Всем привет, дорогие друзья, с вами Янчик Ян, и снова у нас коснулась тема авиации. Сегодня у нас будет красивый полет, разве что, я так надеюсь. Ой, что это, проезжай давай быстрей. Потому что сегодня мы вылетаем из международного аэропорта Сочи, Сочи-Адлер. Сегодня мы пролетим над горами города Сочи, ну и полетаем над Черным морем. Как вы можете видеть, у нас вот такой вот маленький самолетик. Он уже имеет реактивный двигатель. Так, продолжаем наш обзор. Так вот он выглядит. Ну и давайте взлетать. Да, кстати, сейчас я вам покажу его кабину. Кабина выглядит так. В принципе, уже согласитесь, что в несколько раз лучше, чем на Цесне. Более современная. И оборудована джойстиками. Ну, или же на языке авиации с айстиками. Руды обязательно. В принципе, давайте уже, наверное, выезжать. Нам сейчас надо развернуться. Получается, так, мне надо настроить камеру. Поэтому, так, тут уже идет кресло. Между прочим, аэропорт Сочи, мы будем летать и путешествовать в него не один раз. Я, в принципе, запланировал много серий про этот аэродром. И, ну, или же международный аэропорт. Так, я, наверное, слишком далеко сижу от микрофона, поэтому надо подвинуться. Во, вроде так. Так, давайте чуть-чуть дадим газка. Вот у нас тут у нас находятся руды. И давайте мы чуть-чуть сейчас... как-нибудь развернемся. Так, мы развернулись. Отправляемся дальше. Сегодня мы взлетим в сторону гор, затем мы там развернемся. Едем по рулежной полосе, ну или же по рулежной дорожке. Прямо у нас там океан. Где у нас тут полоса, а мы можем на нее выехать прямо отсюда. Камера у меня так плавно двигается, потому что я управляю с джойстика. Мы вырулили на полосу. Смотрим, чтобы у нас никого из воздушного транспорта не было на глиссаде. Да, кстати, салон. Салон у нас уже чуть-чуть побольше.
на 1, 2, 3, 4, 5, 6 мест, 7 с пилотом. Так, и там тоже у нас пусто. Сейчас время на часах 7 часов 18 минут. Там у нас солнце за горами. Ну и давайте, в принципе, выйдем на полосу. Так, я как обычно затягиваю ролик, поэтому давайте все делать побыстрее немного. Давайте сейчас чуть-чуть слетаем к солнцу. Иногда, извиняюсь, когда будет плохого качества, потому что, блин, на ОБС я особо переходить не хочу.
Вон у нас еще одни горы. Ну и давайте поворачивать уже в сторону моря. Океан, точнее море, оно черное. Вон у нас снизу аэропорт, с которого мы взлетали. Ну и давайте немного снизимся. Убираем тягу. Потому что что-то мы немного разогнались. Снижаться мы будем круговыми движениями. Как раз посмотрим на город. Правда, отсюда у нас дома не прорисовываются. Давайте пролетим немного вдоль берега. Не хочет снижаться. Извиняюсь за плохое качество видео и углы, которые моя камера воспринимает как надо, их забирать в кадры прям по центру специально, чтобы мне не давать снимать нормальный контент с нормальным качеством. Кстати, сегодня я планирую записать две серии про Explain, а также завтра может выйти City Skylines. Ну и несколько популярных коротких видео. Про тренировку пожарных и еще про что-то, я не помню. Но пока мы пытаемся снизиться на этом самолете, но у нас, как видите, не очень все хорошо выходит. У нас легкий самолетик, он по сути трюковой. Так, вот мы уже снизились к морю. Thank you.
Так, мы наконец-то вроде как снизились. С помощью нашего реактивного двигателя, установленного на данном типе самолета, мы немножко загрязняем природу. Посмотрите на его зад. Ну разве это экологично? Нет, конечно. Вот мы уже снизились. Одна часть ролика, как летают самолеты, вышла. Ждите еще, штук 5. Ну, только не каждый день, а по мере узнавания с моих роликов. Летаем мы уже 17 минут 20 секунд. Ну и давайте уже заходить на посадку. Сегодня посадка у нас будет выполняться типа афганский заход. Она выглядит примерно вот так вот. Да блин, камера вонючая. Я из-за нее промазал. Помогите! Нет, стоп! Стой! Посадка! Нет! Помогите! Нет! Так, все, вроде нормализовалось немного. Ой-ой-ой-ой! Поймали козлеца. Так, мы приземлились. Аплодисменты. Ну а с вами был Янчик Ян. Аэропорт Сочи, город Адлер. Прекрасный самолетик. Так, я, кстати, забыл посмотреть, как он называется. Это у нас Sirius Vision SF-550. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Оцените его лайком. Если будут доступны, конечно, пишите комментарии. Ну, а с вами был Янчик Янспи. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и пока.